Как вы предполагали, непростая игра, непростая победа, тем не менее очередные 3 очка. Ну, не зря Горноставка идет. Вот в группе там есть группа команд, ни Винница, Энергия, Горноставка, которая идет сразу под нами с Балкана. Вот они, когда мы заканчивали первую часть соревнований, летнюю-осеннюю часть, то там мы сыграли еще 3 или 4 тура. Нет, 3 тура мы еще сыграли со второго круга в этой части. Это Горноставка шла сразу, мы шли на 5-м Балкане, на 6-м, и на 7-м шла Горноставка. Это был ближайший конкурент, и мы думали, что они тоже будут бороться. Но такая ситуация сложилась, что у них там немножко неудачно, там было пару игр, и они откатились назад. Они, по-моему, Арсеналу проиграли, там я смотрел, не по делу, тоже на выезде. Ну, то есть стеряли очки с теми командами, которые внизу турнирной таблицы. Ну, мы там не сильно много потеряли очков вот с командами, которые ниже нас. Поэтому за счет этого мы держимся в четвертом. И по игре у них хороший состав, у них хороший подбор игроков. Есть опытные, есть молодежь неплохая. О них, ну, тренер, правда, первый год только работает, Богатырь, очень хороший тренер, который доказал своей работой в Ингульце, там, в других командах, он еще в Одесской Пальмире работал, что, ну, он умеет поставить игру команды. Ну, видите, абсолютно равная игра, с их где-то даже территориальным преимуществом. Мы первые там выглядели, даже они как посильнее, моменты они там создавали. Ну, во втором тайме мы прибавили. Полищук забил, Паля забил очень красивый мастерский гол, с лету поймал этот мяч, переправил, конечно, молодец. Ну, Андрей Геннадьевич может подтвердить, я перед игрой сказал, говорю, что Паля должен забить. Если бы мы не забили, у меня был план перестроиться, выпустить Геру, Костюка сдвинуть слева в защиту, в полузащиту или справа в полузащиту, а Полищука выдвинуть вперед в нападение. Я сказал, мы его выдвинем, и он забил. Ну, он забил с позиции левого хава, в принципе. Это его игра, он очень грамотно смещается, неплохо. И, ну, Полищук становится одним из лидеров нашей команды. То есть у нас сегодня не было 5-го. Он там уезжал, мы его не видели. Я считаю, что он тоже должен расти и вырасти в лидера нашей команды. Если прибавит боевитости, если прибавит... Раз это один из организаторов, диспетчер наших атак. Ну, сейчас посмотрим. На неделе, я думаю, у нас будет игра контрольная. Ну, там мы играем на Киевский район. Посмотрим наш ближайший резерв, кем мы доукомплектуемся. Ну и я обещал этим ребятам, которые играли сегодня с Горноставкой, что мы если они сегодня дадут результат, ну, не имеем права не взять их в подилие, не дать им еще там шанс дать результат. И, ну, мы же профессионалы, мы все зарабатываем деньги. И заработать еще в подилие. То есть, ну, вот этот состав, он и поедет, он неплохо себя проявил, неплохо. Ну и мы заявили новичка, ну как новичка, он играл, у нас играл первую часть сезона Сашу Дубину. Ну, в связи с тем, что тренировался Костя Злипко, тренировался Федоров, на которого мы рассчитывали, который Запорожье забил дебютный гол свой во второй лиге. Ну, один дернул мышцу, и, скорее всего, поделил, он точно не будет играть. Максимум он, может быть, будет включен там с Рухом, но это, опять же, это вилами по воде писано. А Злипко выбыл все до конца сезона. И что интересно, вот у нас игроки ломаются, выбывают до конца сезона, все, ну, никто на поле истерик, криков таких не устраивает, ну, и судьи даже желтые карточки противнику не дают. Вот у нас Дипко сломался, потом на следующий день в игре Киевского района, или через день Забродский у нас сломался, упал на локоть, и было подозрение на трещину тоже. Ну, он, правда, доиграл, но...
Потом он не тренировался. Вот вчера только на предигру пришел. Ну, тут ситуация какая. Мы стимулируем мужское поведение игроков. Если они там кричат, там, ну, мы говорим, ребята, нам придется вас штрафовать. Вот, вот такое поведение, именно мужское. Упал человек, ну, перелом, выполз, уполз с поля. Ну, вот, я сегодня тоже, когда играл за Горностаевку, упал их парень, начал кричать, кататься по полю. Там. Я говорю, что же он так кричит? Я говорю, что ему так сильно больно? А мне их игрок отвечает, ну больно человеку, он поэтому и кричит. Я говорю, а потерпеть? Я говорю, а он же мужик. Его что, ранили? Его подстрелили? Или что? Я не понимаю, что у него, какой у него там боль. Таких стыков и таких ударов за игру. Ну, я не знаю, что надо качаться по полю, кричать и плакать. Ну, ты же мужик, ну, вспомни, что у тебя там между ногами там что-то есть. Ну, это так уже наболевшим, потому что, ну, я не знаю, я не могу на это смотреть. Как здоровые мужчины, они что, дети там, говорит... Нет, один из наших тренеров говорит, зачем вы там пацана этого, там чуть ли не мальчика там. Я говорю, мальчик, а сколько тебе лет? Он говорит, 22. Да ё-моё, я с 18 до 20 за полярным кругом там в Северном флоте уже служил, и там не было скидки. Мальчик, какой ты мальчик, вперед, ты воин. Ты это самое, ты должен терпеть и без руки бежать в атаку. Не, ну это, конечно... Я утрирую уже немножко. Ну, когда же мы на поле будем видеть настоящих мужчин? Зрители же приходят посмотреть на борьбу, на бойцов, на какие-то стыки, столкновения, а не на эти лежания и плакания там на поле. Ну, я всегда говорю, ну, женщины, они же не лежат, не симулируют. Только мужики лежат, симулируют. Так я не понимаю, что мужчины больше женщин, или как говорят французы, у них пословица есть. Мужчина такая же женщина, как и все остальные. Так я понимаю, что мужчины в футболе больше женщины, чем потом регбисты, там, всякие эти, там, ну, эти дзюдоисты смеются основно. Ну, боксеры, ладно, это уже такое. Хоккеисты, они смеются. Ну, у них что там, лежат, качаются, там, зубы вылетают, плачут, кости. Да, у них зубы вылетают, глаза вылетают. Клюшкой назад вставляют. Ну, и зрителям это, ну, люди ходят на борьбу посмотреть. Спорт – это замена войне. Вот здесь надо сражаться, если кто-то еще это не понял, вот здесь надо сражаться, здесь надо выливать свои эмоции, там биться, рубиться и так далее, а не бегать и убивать друг друга. Вот здесь добивайтесь результата. Вот это же придумано в цивилизованном мире. И это еще греки придумали. Ладно, я что-то не по теме. Давайте по теме вернемся к Горностаевке. Вернулся Дубина, да, сегодня играл в нападении? Ну да, да, да. Вот нападение, он дебютировал, да, теряет. Саша Дубина, наш новый старый игрок. Да, он сыграл, может, не так, как мы ожидали от него, но проделал молодец. Большой объем работы. И опять же, это месседж, это послание нашим нападающим, что мы не будем мириться, если где-то кто-то там будет играть. Вот мы очень недовольны, как нападающие сыграли в Кремле. Нас не устраивает игра с «Жемчужиной». Если я им сказал сегодня перед игрой, если вы считаете, что ничья «Жемчужина» – это верх достижения нашей команды, ну посмотрите, «Арсенал» с ними сыграл 1-1. Значит, «Каховка» приехала и обыграла «Жемчужину» 1-0. Значит, если мы сыграли с «Жемчужиной» в ничью, значит, мы такие, как «Арсенал», и чуть-чуть хуже энергии «Каховка». Говорю, ну, это объективно. Поэтому давайте сегодня выйдем и докажем. Тем более, что мы первый раз уже играли, и ребята это уже знали. «Жемчужина» же не было объявлено еще после игры. Первый раз играли на родном стадионе. И, ну, надо было... Ну, я считаю, что мы показали красивую игру. Особенно во втором тайме. И грамотную, и где-то... Я, как тренер, ну, в принципе... Хочу сам себя похвалить, но пока сам себя никто же не похвалит. В принципе, мы все правильно тактически и разложили, мы потом усилились, мы сделали перестановки, замены, и это принесло результат. Костюк во втором тайме связал центр поля. А Полищук во втором тайме сместился с края, начал сквозить, подавать и забил в итоге. То есть и эта перестройка дала, и пошли моменты, это же гол, там гол назревал, если вы помните. Там был один момент, второй момент. То есть, и, в принципе, где-то тактически мы перестроились, и противник, наверное, этого не ожидал, сразу не отреагировали. И, в принципе,
Я почему хочу себя похвалить, ну, тактически, я не говорю, что превзойти, ну, извлечь тактическое преимущество с перестановок в противоборстве с таким опытным тренером и очень знающим свое дело как богатырь, ну, это, я считаю, что это достижение мое, как, ну, мое тренерское достижение, что ли, в этой игре. Ну, в принципе, опять же, никакие тренерские тактики, никакие тренерские установки, ничего не работает без игроков на поле. То есть, ну, задача тренера команды, руководителя команды, ну, правильно распорядиться тем игровым потенциалом, который есть у него. В этой игре, мне кажется, ну, такое ощущение, что мы максимально распорядились тем кадровым игровым потенциалом, который был у нас сегодня, в данной игре. И когда нам говорили, что вот, у вас ушел Кулишенко, который лучше бомбардир, у вас Николай, у вас ушел там Машнин, там Черноморец, где он выходит и неплохо выглядит выше линии. У вас ушел там в итоге Шаповаленко, там Балканы, тоже он в Запорожье гол забил. У вас ушел Георгиев там в эту самую, в Жемчужину, тоже там решающий гол забил руху, когда они 2-1 выиграли. То есть Виксич, основной центральный защитник, тоже ушел там. Должен был с Сахтыркой заключить, но в последний момент у него сорвалось. Сейчас он вроде бы как там сейчас в Буковине, не знаю, заключить, не заключить, делать такое. И это 5 основных игроков. Плюс мы рассчитывали на Алиева, нам не удалось его заявить. Мы рассчитывали на Нестеренко. Нестеренко мениск прооперировали. Это основной центральный полузащитник. Мы рассчитывали на Бычкова, что он восстановится. У него тяжелая травма была, задняя мышца, и в его возрасте это долго. И мы видим, что вот он, мы его ставим, пытались, ну, видим, что он еще пока не восстановился, он не готов. Он не в той форме, как он был раньше. Вот сколько я уже назвал? Это 8 основных игроков. Основных, те, которые делали нам результат. Сейчас у нас сломался еще уже лучший бомбардир на данный момент, Злипко, который забил Жемчужину. Он сломался. Вылетел Федоров еще. Это уже 10 человек. Ну, в таких условиях мы продолжаем бороться. Я не жалуюсь. Нечем сложнее, тем приятнее работать как для руководителя и для тренера, потому что, ну, тут надо уже, ну, тут не жаловаться надо на это все, а надо из того, что есть, по максимуму выжимать все. И, ну, пока нам это удается. Видите, за 3 тура до конца мы... А как Балканы с Ника понял, сэр? Завтра. А, завтра. Все завтра. Ну, за 3 тура до конца мы пока... Я им сказал, ребята, говорю, если кто-то не умеет считать, мы считаем очень хорошо. Мы сейчас на данный момент на 6-м месте. Почему на 6-м? Мы вроде бы как на 5-м, теоретически на 5-м, но фактически у Жемчужины, у Балкан, который основной наш соперник, у них уже есть 3 очка с Кристаллом в последнем туре. И получается, что у Балкан на очко больше, чем у нас, но у Балкан 3 игры осталось сыграть, а у нас 4 игры. И, ну, нам из этих 4 игр надо же еще выиграть ту игру. Вот сейчас эту игру мы выиграли. И сейчас мы ждем. Теперь мы уже опережаем Балканы на, ну, скажем так, ну, теперь мы конкретно опережаем Балканы на 2 очка. Потому что добавить им 3 очка вот сейчас с Кристаллом. Ну, если они выиграют, они опять у Ников, опять будут нас на очко опережать. Я уже подсказываю Балканам, что надо не расслабляться, а брать эти 3 очка. Ну, и у нас не самый легкий сейчас график остался. Это, ну, скажем так, последняя игра, где вот мы должны были. Почему? Потому что все-таки надо учитывать, Горностаевка выехала в день игры, и 8 часов провести в дороге. Жара сейчас тоже там, такой непонятный климат, и погода непонятная, она меняющаяся. Они провели 7 или 8 часов в дороге, там плохая дорога за Горностаевкой. Но мы, правда, когда к ним приехали, тоже в день игры мы приехали, мы выиграли, нам удалось выиграть, но нам было очень тяжело. И мы видели, как Горностаевка выглядел в первом тайме. Они контролировали мяч, они пытались, они держали. И как в втором, они начали на глазах садиться. То есть, ну, не знаю, мне это было видно. А мы начали прибавлять.
И потихоньку мы с этого выжили результаты. В принципе, я не помню у них моментов там каких-то. Ну, были удары издали, да. Из этого, как там, Толик пару раз там. Ну, и один раз удар головой, они нас простили. Все, больше я у них моментов во втором тайме не помню. Там, да, там немножко тактически они нас растянули очень здорово. Скрыли правый фланг. Ну, сегодня я хочу передать тоже через Олегу Кокушину. Ну, если он будет бояться играть, ну, он не будет играть. Ну, не надо бояться, мы ему доверяем. У нас других нету. Он сейчас на данный момент вот один из ключевых наших защитников. Ему надо не бояться, ему надо играть и выполнять. Он сегодня, кстати, очень квалифицированно сыграл. Ну, были там пару эпизодов, и очень надежно сыграл в защите. И подстраховал, и все единоборства выиграл. Самое главное, он не давал себя обыграть. То, что нужно защите. Ну, сейчас вот мы едем по Диле. И то, что эта команда идет там на каком? На последнем месте она идет. Это ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Вот, ну, мы надеемся, что мы не проиграем последнего места. Ну, когда-то помню, Черноморец с последнего места, Шахтер приехал, они были на последнем месте. И они тут в Одессе их 2-0 обыграли, а Шахтер шел на первом. В итоге Шахтер закончил на втором, они подбирали у них очки, я помню этот чемпионат, тогда Альтман был тренером. А Черноморец там закончил, там поднялся чуть ли не в середину турнирной таблицы. А вот это, в вот этой игре они были на последнем месте. И с этого начался их подъем. А по Диле они никому так очки не раздают. Они сыграли 0-0 Хмельницкий с Балканами. То есть они нам тормознули нашего главного конкурента сейчас на данный момент за борьбе за четвертое место. Они, если я не ошибаюсь, ничью сыграли с Винницей, которые тоже сейчас нам на пятки нам наступают. И, по-моему, они сейчас идут вот под Балканами. Сейчас они идут сразу. Или там под Ингульцом. Ну, Инглец в расчет не берется, потому что они не могут выйти в первую лигу. Там уже есть один Ингулец. Поэтому и Нива вот... Если они с Нивой сыграли в ничью, а Нива 2-0 Рух обыграла. Ну, и Нива сыграла 2-2 с Кремнем. В Кремне. Тоже они очень с неслабой командой не сыграли в ничью по делу. Ну, я не знаю, что президент заявил после этого, что он там снимается. Но я думаю, что это был такой же ход, как, допустим, мы сказали после Ковалевки. Когда ПФЛ мне звонит и говорит, а вы что снимаетесь? Вы понимаете, это не для вас, это для наших игроков. Потому что, ну, они начинают говорить, что вот судьи плохо нас засуживают, мы не можем результат дать. Ребята, ну, извините, ну, две руки, два пенальти поставить. Ну, так прячьте руки назад. Мы что, за вас будем там эти руки там прятать? Ну, не давайте повода судьям. Если вы считаете, что вот у вас не будет результата, если, ну, так давайте снимемся там. Зачем нам играть? Судьи виноваты. Да судьи – это явление природы, Господи. Снег, дождь, там, гроза, оделся потеплее, там, зонтик взял и пошел. Что ты будешь возмущаться, что гром гремит, там, и дождь льет, и холодно. Ну, так и судья. Ну, вот он так судит, как судит. Вот и все. А ты играй, это твой профессионализм, это часть футбола. И после того, как они там собрались сниматься, они Рух 2-0 обыграли. Ну, видно, подействовало это на команду. Тоже это сильный ход. Молодец президент, там, говорят, он... Там президент у них с этих структур там и так далее. Ну, молодец, да. Правильно мотивирует команду, умеет мотивировать команду. Что еще? Какие вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет. По моей игре, да? Я сейчас спрашиваю Николая, когда же вы уже гол забьете? Я говорю, я согласен никогда его не забивать, лишь бы команда выиграла. Как меня устраивает общий командный результат. Как сегодня игралось на стадионе, уже по-настоящему домашнему? Ну, очень хорошо игралось, не знаю, чувствовал себя великолепно. И считаю, что достаточно там предел объем работы, нагрузил своих визави. Дубина вместо меня вышел, молодой, здоровый, крепкий парень, ему легче уже было. То есть после меня уже я завозил их так, что они уже падали, и Саша брал их голыми руками. Это если... Если серьезно, конечно, ну, в принципе, почему выхожу и буду выходить, и я хочу чувствовать этот нерв, эту игру, этот
ритм. Мне даже как тренеру потом легче понимать, ага, что, как, где. Там, пока что, ну, это приносило успех. С Никополем, когда я тоже играл, выходил, мы 1-0 повели даже. Ну, как, не даже, но мы вели уже 1-0, и этот гол стал победным. То мы 2-0 выиграли, но этот гол стал победным. Что-то мы как-то отошли от своей традиции, мы обычно 2-0 выигрывали в Киеве. Сегодня маловато. Сегодня 1-0, да, заставили понервничать болельщиков. Обычно мы вот забивали еще второе и нормально доигрывали концовку игры. Потому что, ну, ну дурак там какой-то, мяч, сумасшедший удар там в центре поля и все. И все на смарку. Ну, в принципе, сегодня 1-0. Как говорил, ну я... Часто говорил это. Как говорил Марчелло Липпи, мне нравится счет 1-0. Не знаю, кто там говорит, но 1-0 отражает сущность футбола. Ты забил, противнику не дал. Все. Это, в этом суть футбола. Ну, кто не помнит, Марчелло Липпи — это тренер чемпионов мира 2006 года итальянцев. Ну, наверное, не самый последний в футболе тренер. Ну, я думаю, на этом, чтобы не утомлять наших зрителей, наверное, закончим, да, интервью.